Это люди с большими сердцами. Это люди, которые посвятили себя служению. Служению другим людям. Это люди, у которых колоссальный опыт, как позитивный, так и негативный. Да? И негативного больше, а негативный опыт, он тяжелее, чем позитивный всегда. И он помазаннее всегда. Раны исцеляют других. И мы сегодня хотим вам сказать большое спасибо за то, что вы трудитесь, за то, что вы не опускаете руки, за то, что вы продолжаете идти за Иисусом и открывать Его другим людям. Мы почитаем вас, мы благодарны Богу за вас. Спасибо за ваши красивые сердца и за ваши красивые поступки. Это небольшие подарки от нас, каждому из вас. И давайте мы помолимся и благословим. Подними свои руки, простри их сюда. Отец, мы благодарим Тебя за эти Божьи дары, за эти сокровища в Твоем доме. Спасибо Тебе за то, что они встали на Твои пути. И они приняли решение жить не только для себя, но они приняли решение жить для других, отдавая себя на служение, расточая себя, чтобы кормить других. И мы просим, чтобы Ты почтил и благословил. И мы просим, чтобы Ты, Бог, позаботился об их жизнях и дал все потребное для жизни и благочестия. Благослови их на следующий этап жизни, на следующий год. Пусть небо будет открыто для них. И пусть будет достаточно благословений, чтобы их душа была насыщена. И они бы праздновали и говорили: благ Господь, который дает несравненно больше, о чем я просил или помышлял. И мы говорим три раза: благослови. Спасибо, дорогие.